29 июня 1900 года родился Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери. Значительное время маленький Тонио проводил в домах своих бабушек, виконтесс старинного дворянского рода. В 12 лет он впервые полетал на самолете и вполне закономерно решил связать свою судьбу с небом. В 1921 году Антуана призвали в армию. Он записался в истребительный полк и уже через год сдал экзамен на гражданского, а потом и военного пилота. А еще через год потерпел свою первую авиакатастрофу. Последствием аварии стала отставка Экзюпери и решение заняться литературой. Так он и устроился в жизни. Летал и писал. И то, и другое у него получалось очень хорошо. За полеты он получил орден почетного легиона, а за романы – литературные премии. Свое самое известное произведение «Маленький принц» Антуан написал в 1942 году. Книга стала своеобразным путеводителем для тех, кто решил стать настоящим человеком. Там и требовалось-то немного – регулярно умываться, прибирать свою планету, смотреть сердцем, а не глазами, и отвечать за тех, кого приручил. Единственный в целом свете лис, друг маленького принца, после расспросов об устройстве жизни на других планетах констатировал: «Нет в мире совершенства». Это мы к тому, что не все с одинаковым энтузиазмом примут прогноз погоды на 29 июня. Днем в нашем регионе переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха 22 градуса, западный ветер 5-8 метров в секунду. Ночью малооблачно, температура воздуха 18 градусов, ветер западный 3-5 метров в секунду.